Так, ребятки, ну что, начинаем драку с Джарином Тернером. Это наш друг Space MMA, прикольный челик. Ну, нам придется быть жестким с ним. Я надеюсь, что у нас это получится. Хорош. Ой, хорош. Хорош. Так, опасный бой. Хорош. Блин, ну такой, знаете, опасный бой. Прям видно, что он пытается высушить меня по стамине. И пытается вот подловить на каких-то таких фишках прикольных. Браток! Не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же жестко, ребятки. А отсюда я знаю приемчик мой коронный, пацаны. Знаю мой коронный приемчик, ребят. Ой-о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 й. Но этот, хороший бой. Ну, в стойке действительно сложно было. То есть и без шуток, без всякой херни в стойке было действительно сложно. Но было такое впечатление, знаете, что вот партера чувак немного опасается, да, как будто бы для него это такой тяжелый, ну... Как его слабая сторона. И вот как раз в партере мы закончили бой. Но, в общем, бой был сложный. Я вам скажу честно, он такой, знаете, этот, на отходе работает хорошо, умеет подловить. То есть нелегко было абсолютно. Поэтому парню, как бы Space MMA, действительно респект, уважение. И желаю ему только побед. Всем удачи и всем пока.